Battle Beetle Sports Projects. Всем привет! С вами Альфея Штрякова, тренер клуба Спортлайф. И я, Паршин Игорь, тренер клуба Алмаз. Мы сегодня рассмотрим работу в открытые перчатки. Я вам подробно расскажу, какая особенность в этом существует. Почему мы работаем в открытой перчатке? Достаточно универсальная работа, потому что здесь имитация реальной среды. Да? То есть я могу наносить сопернику удары, ученику в данном случае удары, вот, такие легкие, чтобы не причинить ему вреда, соответственно, наношу не жесткими лапами, а именно перчатками. Да? Давайте рассмотрим, как это происходит. То есть я легко набрасываю, и потом открываю плоскость так же, как на лапах. Оп, правый прямой. Плоскость должна быть читаема. То есть если правый прямой, то значит я открываю точно так же, как на лапах. Раз, и стоп-кадр сделал. Вот смотрите, когда человек бьет правой рукой, в ответ всегда жди левую. Соответственно, уклончик. Раз, и боковой в ответ. И все вместе. Раз, два, три. Да? Работа идентичная лапа. Также на эту сторону. Раз, два, три. Между сериями запланированными, да, я могу просто соперника набрасывать свои удары. Смотрите. Раз, тыц, тыц. Оп, апперкот открылся, да? Еще разочек. Прямой. Хай. Оп, да. Блокирую точно так же. Еще раз хайкик. Оп, двойка. Оп, набросил, да? Не успел среагировать. Еще разочек. Там, оп, и еще один прямой, да, открылся. Еще раз. Оп, и левый боковой добавляем. И хай. Эх, цель себе в голову, если я не поставлю, значит мои проблемы. Оп, двой. Еще один прямой. Хай. Еще раз. Два. Вот так примерно выглядит работа в открытой перчатке. То есть она имитирует полностью реальную среду боя. Все зависит, конечно, здесь от обоих. Насколько вы правильно открываете плоскость, насколько вы четко попадаете. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Battle Beetle. Ставьте лайки, задавайте вопросы.